Вы смотрите «Давай поженимся», у нас в студии Анастасия. Встречайте первого жениха. Здравствуйте, Анастасия. О, господи, классно. Спасибо, проходите. Ей видно, что ей это не нравится. Он в каске, ему не страшно. Здрасте, парни. Здрасте, Денис. Здравствуйте. Ну, давайте на вас посмотрим, какой вы на экране. Какой я на экране? Денис, 27 лет. Звукорежиссер, альпинист, диггер. Организатор мероприятий по саспеншену. Не курит, не пьет, не ругается матом. Ищет девушку с нестандартным мышлением и неформальными увлечениями. Денис заскучал в браке и изменил жене. Когда та обо всем узнала, ушла от него. Надеется, что Анастасия окажется его второй половинкой. Денис, сразу хочу спросить, а что такое саспеншен? Мы прокалываем людям кожу и подвешиваем их на крюках. Вот, например, мой товарищ как раз этим занимается и сам тоже подвешивается, и подвешивает девушек, и с радостью мы можем это организовать. На самом деле все вот эти процессы, они обычные. Это естественный ход, ничего такого в этом нет. А зачем грудь, соски отрывать? Ну кому-то это хочется. Людям хочется в соски что-то вставить. Скажите, пожалуйста, сюрприз. А что делать будем? Тебе нужно переодеться, и потом ты узнаешь, что произойдет. Нет, вначале я узнаю, что произойдет, а потом я переоденусь. Ну, это же сюрприз. Я могу отказаться от сюрприза. Произойдет посвящение в неформалы. Прошу. Не надо бояться. Я уже. И волноваться. Я уже боюсь, это неизбежно. Так, поднимаем ноги. Смотри, правую ногу. Слушайте себя, ваше сердце вас не обманет. Мы вас в любом случае поддержим. Выходите. Мы не знаем, выйдет Настя одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Это победа. Здорово. Победа. Это победа. Твоя победа. Неожиданно. То есть вам нужен не заказчик, Настя, а жертва. Вот это самое и есть окровавленное. Я не заказчик. Я мастер как раз. А, то есть вы подвесили. Боже, 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 мама, мама, дорогая. Охрану позовите, пожалуйста, охрану. Охрана. Туннели. Я должен выйти. Спокойно. Пошли. Боже мой, боже мой, какой ужас. Давайте. Давайте. Поэтому нужны каски. Настя, я в вас ошиблась. Как-то. Это трофей. Я поняла. Сегодня у нас есть пара Анастасия и Артем. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4151. И я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: «Давай, поженимся. Чур меня!»